С 3 по 7 февраля в Москве прошли соревнования по волейболу в рамках спартакиады центральных органов военного управления Министерства обороны Российской Федерации. Среди главных задач спартакиады – развитие массового спорта и пропаганда здорового образа жизни в вооруженных силах страны. В данных соревнованиях приняло участие 276 участников, представляющих 23 спортивные команды. С прошлым годом возросло спортивное мастерство коллективов, о чем говорят результаты наших соревнований. Первое место заняла команда главного управления генерального штаба, второе место заняла главный вычислительный центр генерального штаба и третье место заняла команда главное командование военно-воздушных сил. Больно!